А местные жители как к вам относятся, или вы их не видите? Да ничего, местные жители уже обзлобленные начинают становиться, потому что что у них? Все сельское хозяйство, вся промышленность стоит. Шла вон мать с двумя детьми. Ну и что, наши вальнули ее при детях. Завалили. Ну а что ж, конечно. Она считается, конечно, тоже враг. Ну там пацаны уже просто на панике от такой, что по нам ебашат, по нам даже отходить не разрешают. Пипец, офигеть можно. По нам ебашат. А как же вам туда? С минометов, танков, нахуй, нам даже отходить не разрешают. А кто ж такой приказ подал? Ваши командиры ебнутые? Угу. А они там с вами тоже? Нет, они дальше. Ужас, Егор, просто кошмар. Я говорю, я сожалею, то, что я сюда поехал. Знаешь, я тоже уже жалею, что ты поехал. Да, каждый день ищу тут, блядь, пиздец. Но вы ничего, вам ничего не говорят, да? А вы хоть связь с ними имеете, с командирами с этими? Да имеем, это нет смысла вообще. Че, дохуя? Блядь, короче, больше, чем за 4 года Чечни. Да пиздец. Ну у нас, видишь, не озвучивают, я не знаю даже. Да. Понятно. Тут вот я смотрел, возвращаются там эти, Росгвардия, мусора, ОМОНовцы. Да, они нахуй не нужны, они возвращаются, потому что, короче, бастовки устраивают, что они не хотят дальше идти. Вот эти всякие, блядь, цветы незаебенные боевики наши, все, блядь, задние сдали, уебали в России. И отказываются ехать дальше. Алена говорит, сегодня к ней заходила в магазин баба из Донецка и высказывала ей, что им обещали одно жилье, дали другое, обещали по одному кормить, кормили по другому. А? Беженка? Да, из Донецка, блядь. А вы тоже еще... из Европы хотите приехать сюда, блядь, и чтобы вам сразу все в шоколаде было? Да, хуже, да. Ну что, да, а что мы воюем, у нас нам как бы сейчас тоже бабки мы выкидываем. А им похуй. Плохо, ну идите нахуй, пиздуйте обратно, пусть вас там, блядь, точками ум закидывают. Не нравится, тебя никто здесь не держит, блядь. Тебя сюда никто не звал, ты сама сюда приехала. Просто понимаешь, бойцы, песок, блядь, сыпят в топливную систему в танки, блядь, чтобы, блядь, не идти в атаку. Вон оно что. Молодцы, блин, молодцы. Никому не доверяй вообще, никому. Да кому тут доверять? Никому. Ты имеешь в виду, что ли, из местных, блядь? Да, да, да. Ты чего, прикалываешься? Даже если начальству не верю, блядь. Ну, понятно, выполнять обязанность, но всегда с поправкой на то, что... Нет, я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто и все, блядь. Вот я тебе про пологи рассказывал, когда мы там сидели 16 лет. Ага. Когда нас там, блядь, крошили, как котят, блядь. Ну, да, он же, ну, блядь, да, отправлял меня, блядь, там... На танке, блядь. Ну. Дебила кусок, блядь. Блядь, нахер послал просто и все, блядь. Вежливо, вежливо, не... корректно. А ничего за это не будет, что ли, типа? Ничего не будет. К Андрюшке вчера приходил пацан. Рассказывал, сколько с Мариуполя привезли. Помнишь, к нему ходил ВДВшник Петя? Вот они на линейке были, он в дивизию перевелся туда наверх. 10 КАМАЗов 2 недели назад привезли, груз 200 с Мариуполя, полные. Там дохуя, блядь, да. Дохуя. Очень дохуя. Говорит, вообще, один дивизион, блядь, лейтенанта недавно убило вашего какого-то. Полка, я не знаю какого. Говорит, дивизион просто... Они еще живы, потому что вы там типа это, в обеспечении работаете. Танки, блядь, как розочки, просто как розочки, все разорванные, блядь, наши.